Имя Георгия Жукова знакомо всем еще со школьной скамьи. Его называли «Маршал Победы», и не случайно он был одним из тех, кто командовал фронтами в годы Великой Отечественной войны. Находился на самых опасных участках и был одним из тех, кто отстоял Москву и брал Берлин. На научном форуме уделили большое внимание жизни и деятельности маршала, а также его вкладу в победу в Великой Отечественной войне. Мы будем рассматривать такие вопросы, как его роль в целом, вклад в победу в Великую Отечественную войну. Также мы будем говорить про его роль в конкретных сражениях Великой Отечественной войны. Поговорим о Георгии Константиновиче Жукове, как он был рассмотрен в кинематографе и многие другие подобные вопросы. То есть мы рассматриваем на нашем мероприятии и с научной, и с творческой точки зрения вот этого великого деятеля. Послушать и узнать что-то новое пришли не только студенты разных направлений подготовок, но и школьники. После слов приветствия присутствующим показали фрагмент документального фильма о Георгии Жукове. А затем приступили к основной части – чтению докладов. Тема моего доклада – это воспоминания и размышления Георгия Константиновича Жукова. Эту тему я выбрал, потому что очень важно включать в исторический научный оборот мемуары и другие источники, письма, ну, эпистолярные источники. Это очень важно. Запланировали это мероприятие давно, подготовка была большая. Студенты-участники подготовили хороший и качественный материал. Жизнь и дела маршала Победы – пример для молодого поколения. Валерия Новикова, Станислав Семин, «Народные новости».